Всем привет! У нас тут снежный коллапс. Русланка только что сошла с крыльца и уже по колено. О, ничего себе, да, такого давно не было. И вот опять. И вот опять. Так, а у меня сделали полуось. Ой! Куда ты? Я туда. Сделали полуось для 410-го. И надо за ней ехать, ее забирать. Но не знаю, получится ли у меня выехать. Вот 410-й как у нас выглядит. Ну, какая у него шапка. Намело. Как в кепке стоит такой. Вот. Так что сейчас будем пробовать выезжать. Русланка говорит, что ничего у тебя не получится. Ну, не знаю, посмотрим. Вон, смотрите, как москвич замело. Чуть окошки только видны. Во. Вы видите москвич? А он здесь есть. А он есть. О, продирается как. Как в Сибири прям. Слушай, а пилет это наш, смотри, как засыпало. Как теперь их откапывать? 3 дня у нас продуктов хватит. Спокойно можно прожить. Ну что, попробуем сейчас. Оффроуд на Сузуки. Кто бы сомневался? Да, красота. Да, Витара, конечно, не способна преодолеть такой снег из-за того, что низко и бампер у нее низко. Вот, ладно, едем назад. Ничего не вышло. Так, ну что, продвинулись. Сейчас попробуем дальше. Thank you.
Ну вот нагребает перед собой сугроб, и все, дальше не может ехать. А так уже вон проехали немало. Движение есть. Немного расчистил спереди, сейчас попробуем сдвинуться. Пойдет, не пойдет дальше она. Ой, падаю. Ну что, я почти выехал. Дальше он своим ходом пошла. Сейчас там еще один сугроб, но я думаю, мы его ходом сейчас преодолеем. Тут уже поменьше снега намело. Непонятно почему, но здесь должен пройти. Фу. Ой, находился по этому снегу по колено. Тяжеловато. А вот так выглядит наша основная дорога. Тут тоже по колено снега. Я хотел на обочину заехать. Ну, точнее, заехать-то я заехал, но все равно тут узко. Никто не проедет. Сейчас надо будет туда на площадку сдать. Сейчас таксист будет выезжать. Ему тоже надо проехать. По всем основным магистралям жуткие пробки, аварии. Все красное навигатор показывает. И я решил поехать огородами, СНТшками, полями. В общем, еду вот по такой дороге. Сейчас еду по МКАДу. Слава богу, моя сторона едет. А навстречу пробка. Вот уже я проехал километров 10. Пробка из фур стоит. Видимо, они стояли всю ночь. Потому что днем фурам на МКАД нельзя. Судя по количеству этих фур, они стоят всю ночь, весь день. И сейчас вот уже 3 часа дня. И вот они. Смотрите их сколько. Вот уже километров 10 проехал, уже может даже больше, километров 12. В общем, вот такой коллапс у нас тут в Москве творится. Вот еще проехал 5 километров. Пробка все идет и идет. Там просто подъем перед Профсоюзной улицей. И там шлифовали фуры. В общем, гаишники все перекрыли. Сейчас там расчищают завалы, вытаскивают все эти фуры. Тут он все стоит. Еще проехал километров, не знаю, еще, наверное, 5-6. Фуры все стоят, а снега, вот посмотрите, два ряда еще есть на МКАДе, которые просто под сугробами скрыты, туда даже никто не суется. В общем, вот такая вот коллапсина. Наконец-то я доехал, часа 2,5, наверное, ехал. Тут здесь предприятие какое-то, не знаю, то ли бывшее, в общем, сейчас меня встретят. У нас тут прошло дней 5 с того момента, как я привез полуось, но руки так и не дошли сделать 410-й. У нас тут снегоборьба была, то всякие домашние дела, погода на улице 20 градусов почти каждый день. В общем, холодрыга жуткая. В общем, снега дофига, трактор приезжал, тут все почистил нам. Вот. Тут вот мы птичек кормим. Привет Парфенову Дмитрию Викторовичу.
вон сидят. Вот, девчонки тут построили пещеру в снегу. Сейчас я вам покажу. Глубокая, туда два человека помещается. Во какая. Вот, а сейчас еще приедет мой подписчик Александр, который мне подарил подкат. Он же участвовал у нас в гонках на москвичах на синем 407. Вот, очень приличный человек. И он мне привезет сейчас дрова на своем эвакуаторе. Вот, как-то он приехал ко мне в гости. Вот, а дрова закончились. Я тут резал палеты, которые у меня остались, поддоны. Вот, он говорит, привезу вам дубовых дров. Вот сейчас приедет, еще дрова привезет. Вот, но я все-таки надеюсь, что сегодня я доделаю 410-й. Хоть и холодно, но сделать его надо. Там недолго. Вот, так что ждем Александра, разгружаем дрова и приступаем к 410-му. А вот и Александр едет. Дед Мороз с подарками. Всегда что-нибудь привозит. В этот раз дрова. Здравствуйте, Дед Мороз. Как у вас дела? Лучше всех. Это здорово. С подарками. Да, подарков дофига. Куда все это девать? Вот теперь такая у нас куча дров. Спасибо Александру. Все, он поехал на работу. А мы наконец-то переходим к ремонту 410-го. Долго я хотел это сделать. Вот наконец-то. Несмотря на мороз, сейчас все сделаем быстренько. Соберем. Вот как выглядит наша новая полуось. В общем, вот такая. Вот. Сейчас мы ее обмоем. Смажем шрус. Тоже его промоем весь. Новую смазку положим. И будем собирать. Все, чистое. Так, тут еще осталась грязь. Так. Отлично. Так. Теперь промоем здесь. Так, все промыл, смазал. Теперь будем ставить. Чупик у меня выскочил. Ё-моё, вся тормозуха вытекла. Чупик выскочил. Ох-ох-ох, это нехорошо. Ну ладно. Хорошо, оно все в пакете, не на земле. Засовываем. Отлично, попало. Так, начнем с нижнего болта. Все болты я наживил по кругу. Сейчас мы их протянем и ставим колодки. Сейчас мы их все крест-накрест протянем, чтобы все у нас ровненько село. Блин, тут неудобно подвязать. Сегодня у нас
19 февраля. Этот день я считаю годовщиной своего канала, потому что ровно год назад я выложил первое видео про покупку 410-го москвича в Кирове. Вот. Собственно, это видео было первым сделано специально уже для канала. Вот, поэтому сегодня год каналу, подписчиков уже 22 тысячи. За один год, мне кажется, это неплохо. Спасибо, что смотрите, честно говоря. Не думал, что так будет много народу. За год наберется. Вот. А завтра день рождения у вашего покорного слуги. Завтра мне 44 годика исполнится. Всем уже большой мальчик. Вот. Вот такие вот дела. Ох. Болты у нас протянуты. Теперь ставим колодочки. Так, пружиночка. Так, вот самое сложное здесь, вот эти вот зажимы поставить, пружинки, которые удерживают колодки. Они постоянно норовят соскочить. О, уже упала. Ладно, потом с ней разберемся. Так, где у нас отвертка? Она нам поможет. Так, опа. Опа. Есть. Попали. Все, шлиц в цилиндре попали. А, вот здесь не попали. Вот теперь здесь попали. Все, везде попали. Так, теперь вешаем нижнюю пружинку. За нее зацепляем колодку вторую, чтобы потом ее не натягивать. Так будет удобней. Одновременно ставим зажим. Теперь пытаемся все это интегрировать туда. Так. Отверточка поможет нам. Есть. Попали. Так, а тут у нас где? Шлиц не вижу. Угу. Все. Отлично. Осталось натянуть нам верхнюю пружинку. У нас тут стоят уже современные цилиндры от 412. Они самоподводящиеся, поэтому эксцентрики нам регулировать в этих тормозах не нужно. Так, вот берем такой предмет острый. Он нам поможет завести колодку. Так. Оп, отлично. Все, колодки на месте. Ставим барабан. Так, нам еще нужно прокачать будет тормоза и прикрутить трубку. Сейчас мы подольем тормозухи. Она самотеком вытечет какая-то часть, чтобы не качать долго. Так, барабан красного цвета. Вот так вот ставим. Все. Барабан есть.
Так, что-то у нас второго винта нет. Надо сейчас поискать, куда винтик делся, еще один. Так, подливаем тормозуху. Все никак не могу привыкнуть к жигулевским деталям в москвиче. Так, и здесь сейчас подоткрутим. Пусть подвытечет. Вот, и чтоб меньше качать. И остальное прокачаем. Тормоза мы с Русланкой качнули. А только это не записалось. Батарея на морозе села. Вот сейчас подзарядил. Вот, теперь ставим колесо. И будем заводить. Спустя месяц, наверное. Он уже стоит без движения. Колесико. Так, ну, наверное... Надо домкратить. Сейчас так просто не поставлю. Снега навалило. Да, или подкопать надо. Готово. Теперь будем заводить. Аккумулятор я уже поставил. Сейчас пробуем. Спустя месяц на морозе. Супер! Работает! Не зря тебя назвали москвичом.